Эти мужественные устюжане пришли в военкомат, чтобы в ближайшие дни отправиться на защиту российских границ. С напутственными словами к будущим бойцам обратились представители духовенства и Великоустюгского боевого братства. Если вы будете с Богом, то Господь вас будет вытаскивать из различных невозможных ситуаций. Действительно, вам низкий поклон. Спасибо. Вы делаете нужное, большое дело. Непростое решение приняли для себя и своих семей будущие бойцы специальной военной операции. Но выбор не мог быть другим, признаются мужчины. Дома их остаются ждать родные и близкие. Ради них эти смелые стюжане идут в зону боевых действий. Ну, пораспаивались немножко, что делать. Решение есть решение. Не переживайте, нормально все. Решение за вами все равно, а близкие всегда поддержат. Решение принимается не спонтанно, это все обдумывается, чтобы дети мои не воевали. А для вас, чтобы взяли и ждали близких, родственников, все вернемся, все будут дома. Впереди будущих бойцов ждет прохождение медкомиссии, отправка на учебный полигон и вступление в ряды защитников страны. Спасибо за мужество каждому из них. Ксения Смирнова, Антон Карев, телеканал «Русский Север».